надежда, вера, любовь. В пятый расе человек познакомился с такими понятиями, как надежда, вера, любовь, которые являются, можно сказать, родными сестрами, служа утончению человеческих чувств и понятий. Надежда, вера, любовь идут именно в такой последовательности по мощи энергетики и выражают прежде всего чувства. Это путь развития тонких основ души от простого к сложному. В человеческом понимании они выражают одно, в космическом – другое. За всем обыденным скрываются глубинные энергетические процессы. Надежда является младшей сестрой веры, то есть относится к нечто еще не окрепшему, не перешедшему в высокое качество. Человеку сначала дается надежда, а через нее уже он приходит к более сильному и прочному чувству, то есть к вере. А от нее идет к еще более великому и прочному, то есть к любви.